Ох ты ж, блядь. Тащи, так, вверх подними. Тащи. Ты хрена себе. Вверх. Есть, друзья, есть. Есть, нихера себе. Вот, есть, догнала. Это хороший краснопер. Достойный. Вот такой, друзья. Вот так. Друзья, ну вот такая красавица, вот такая, почти пятерочка. До новых встреч, друзья. Всем доброго времени суток, банда. Доброго. Началось утро, уже не то что прям раннее, уже утро. Мы позавтракали, блин, сделали свои дела. И вот такие здесь красивые существа садятся, смотрите. Денис с ней нашел вообще общий язык. Он ее уже приручил, гладит, ей нравится. Она начинает, когда Денис ее щекочет по пузику, она начинает, да, махать крылышками. Да-да-да, видите, да? Просто офигенно. Сейчас мы будем собираться на рыбалку. Вода у нас чрезвычайно большая, чрезвычайно мутная. Я надеюсь, что вы все-таки что-то посмотрите. Ну, расскажи, Денис, свои первые сутки и ощущения проведения в тайге. Саня, это неописуемо. Я наконец-то добрался до реки. Я не был на горной реке уже 5 лет. И эти чувства, они переполняют меня. Я с нетерпением буду сейчас собираться и следовать к этим местам и ловить эту замечательную рыбу. Да, таймей. Смотри, что творит. Ух ты! Смотри, какой большой. Больше вчерашнего, ну, которого поймал. Ты уже понял, да, куда мы? Нужно вот за то бревно, чтобы нас унесло. Все, принимай лодку сразу, выходи и затаскивай. Отлично. Затаскивай его полностью. Ну.
На понты не возьмешь его, да? Мы уже леску почти перетер. Уже немного осталось. Дружище, тащи эти воблеры. Все с собой, да? Здорово. Ух ты! Ух ты! Он его проглотил. Что же нам делать, друг, с тобой? Нужно, чтобы ты потерпел. Так, терпи, блин. Я уже почти увидел, как чего. Расклад. Не смертельно, не смертельно. Сейчас освободим. Все, красавчик. Спасибо тебе, друг. Все, сам пошел. Спасибо за поклевку. Сделал нам чуть-чуть хлопот. Ну, этот побольше, чем вчерашний. Все целые. Да, вот он все равно. Нет. Нет, почему? Все, не осталось у него в пасти, смотри. Угу. Все крючки, уважаемые зрители, целы. В пасти у Тайменя не осталось. Воблер страйк по, про. Вот так вот бывает в этой жизни. Ну, а мы, уважаемые зрители, с Денисом. Сейчас выпьем чайку, может быть, что-нибудь скромно перекусим. Наш едовой запас не так уж и велик. Можно хлебушка с паштетиком и чайку, да? Угу. Ну что, уважаемые зрители, сегодня вам удалось посмотреть, как работают вот таких вот два воблера. Вот. Это у нас Кренки X50, вес 7-9 грамма, от 0,3 до 0,7 метра. Ну, почти до метра, да. Видели, как он прекрасно ловит. Вот. Я им наловился в течение часа, все меня устроило. Я сказал, что могу его вам рекомендовать. И решил в следующий попробовать Гэбби Крэнк. Вес его 9,8, заглубление его 1,5 метра. А может даже и 2,2. Вот. Видели тоже, как с помощью его я поймал большого линка и сейчас поймал таймишонка. Вот. Все выдержало, все хорошо работает. Перепали всех струй. Тоже могу, уважаемые зрители, вам рекомендовать. В принципе, с этими двумя воблерами мне вообще как бы все понятно. То есть мой опыт за 20 с лишним лет по горным рекам позволяет мне, ну как бы сказать, в течение часа, поработавшись с воблерами, понимать. Ну, кстати, в нашей жизни есть ребятам, которым вообще 5 минут хватает во всем этом разобраться. Но я еще таких высот не достиг. От этого пока вот только в течение часа могу что-то
разбираться. Так, складываю это в пакет. Как видите, мне тут еще работы много. И я в течение всего лета, уважаемые зрители, буду снимать видео и буду пробовать разные воблера и стараться вам за них рассказывать. И вот сейчас вот такие вот интересные малыши. Видите, синкинг. Они тонущие, они крэнки. Тонущие крэнки, обладающие своей большой активной игрой. Это их низкая амплитуда и высокая частота, и плюс еще тонущие. И так как они еще тонут, да, то можно дергать, и получается интересный твичинг. И моя задача сейчас попробовать этих маленьких дружков. Ну, думаю, давайте посмотрим, что из этого получится. Красавец. Решил одним глазком посмотреть. Ну. Ты видал, как... Воблер занесло под куст, я душку закинул и начал твитить. Потому что я понимаю, что я отсюда туда не прокину. Изысканные приемы папы Тайменя, слышь, блядь. Сука. Такое канает с тонущими воблерами банда. Так это знаешь кто? Хорек. Хорек. Хороший такой. Да, понимаю, харь, да? Красавчик. Далее, уважаемые зрители. Вот такой тонущий кренчик решил под кустами отведать вот такой вот замечательный хариус. Смотри, он как это тянет. Сейчас думал, тоже хорек. Леночек маленький. Да, не видишь, здесь вот сколько. Ну, ну. Да, этого отпускать надо. Догнал все-таки.
О, нифига, Денис увалил. Дуплет. Я своему пока подышать даю. Что, начинаешь кайфовать с этих моментов, да? Меня интересует именно конец косы, вот это место. Сейчас подойдем. Вау, здорово, я видел. Это вообще высший пилотаж, Денис. Пауза была. Да-да, ты его видел и паузу, да, поставил? Да, хлоп. Вообще, вообще красавелла. У тебя вот сейчас даже фрикцион перетянут, видно, он его не, да, не травит. Но спиннинг как бы исправляет эту ошибку, блин. Отыгрывает с короткой дистанции. О, чётенький. Спасибо. Тоже такой лосик.
Ну, красавчик!